Ты мне заходи. Я взял один БКЛ, взял МЛ. Окей. Взял ЛСТРчик. Беру Тритора. И Нотика. Две командирки. Не, может я две командирки возьму или две МЛ-ки? Как ты думаешь? Две командирки? Зачем нам две командирки? ML-ки. Лучше возьми две ML-ки, мы засекьюрим воздух. Угу. Нальем БКЛ, потому что они будут лить тоже БКЛ, я гарантирую. Окей. Не мешало бы, конечно, чтобы рефлексор взял. Я командирку на йота ставлю, а ты. Ты в курсе, что ты должен задефать лево? Кто? Ну. Ну да, я задефлю лево. В смысле, задефать лево там, ну да. Не, ребята, у меня бурито, мне надо в город идти. Какой нахуй бурито, господи? Обычный. Иди на там, где ты обычно играешь. А где я обычно играю? Мне похер, где играть. Ну, влево это у нас дефолтная точка с лидеем. Ну окей, ладно, все, я иду направо. Так, у тебя там корпусы прессовать там на харе там. Нет, у меня все есть. Три какой? Позаботился обо всем, да? Угу. Окей, тебе у две двадцатярдых там еще что-то, что ты еще хочешь? Правда, у меня поинтов не особо. Может тебе как-то помочь в городе? Не-не-не, мне ты занимайся танками, самое главное, чтобы они не это, чтобы они не перекрывали танками до отекания моей пехоты. Да-да-да. Я окей. Купил ПДХ, кто льет? Рефлекс, трансляцию разреши. Я лью. Окей, как тебе две осы еще? Два тора, две осы. То есть, чтоб на Верочку. Пойдет? Два тора, две осы, да, конечно. Только что у тебя по танкам два твердых и все? Да. Ну, Рефлекс, ты слышал? Ага, все. Ну, потом, да, заказывай, что маловато будет. Ну это понятно, ну блин, если ты посадишь, займешь город, то конкурс и все это перекроют. Давайте погнали. А сколько командирок? Ни одна. На йоте. Кто-то должен на Иван, кто-то на Костю, кто-то на Григорий. Я на Григорий и поставлю на Харитон. Да. Я возьму две. На Харитон. Окей, я на Константин тогда, да? Угу, да, ты на. А на Иван кто? На Иван потом, да, закажем. Да, у нас так будет плюс один. Хотя давайте я вам на Иван лучше пошлю, мне как-то за Иван спокойнее, чем за Харитон. Вот сюда посылай. Вот сюда. Да, я знаю. Нет, сюда надо посылаться. Куда? Да и там будут бомбить. Там как раз таки не бомбят, а вот с краешку все бомбят. Харитон на ПВО, что пусть бомбят. Здесь нам теперь должно хватить. Я верю в ваш ПВО, да. Не забываем, вылетаем сразу же и не эвакуемся, потому что они могут чуть-чуть подождать с твоим БКЛом. Пеленор такой радостный. Него. Это ж ЛЗТ, это ж это, как они, ПЛФ. Это ПЛФцы. Старый, ну, только тут нету этого, Манки Кинга, который удачно в армии отдыхает. А откуда они, кстати? Ну, ПЛФ это... Француз. Польша или что? Да, финны. Самар, ПЛФ же финны, да? Да. People, Liberty, финны. Ну, как-то так. Либеральные финны. Я вылетел. Угу, я тоже. Так, к вам ДХС. Бери, плиз, марки. Ко мне какие К-29 ТВ, Ми-24В, Ми-8 ТВ. А они что, ждут кого-то пуша или они будут сами пушить? Я не знаю.
Ты просто пролетай возле них, Валя. Он сам будет стрелять. Да, 4 ПС Мони. Я налью еще один БКЛ. Нет, они не рашат, походу. Смотри, БТР 90. Да хрена БТР 90. Это твое свали, ни хера не делают, они просто терпят. Как тебе дела в городе? Нормально, контролирую город. Показываю конкурсы. Там осень. Так, ты на самом деле можешь подкатываться на полоску уже твердыми. Да. Я предлагаю КШМкой занимать. Там нет никого, Валя, вообще, там походу пусто. Сейчас я буду осы, смотри. Караются осы. Понятно. КП в ПТ-шку понеслась. Едут. А, терпилы. Вот тут где-то есть. Там где-то есть БТР 90, если ты его уничтожишь, то все будет норм. Я туда выдры послал. Я могу твердым Т-80 бортину. Вижен нужен. Ну, если подсветишь, то 80. Рефлекс это для тебя. Если подсветишь, тут юниты. Да. Ну, сейчас они исцелются, я так думаю. Тут best of 3 или best of 1? Best of 1. М? Best of 1. Окей. В центре у них очень вот тут серьезное ПО. Сейчас подъезжают конкурсы, я начинаю пушить с тобой. Там 2,7. Можешь их разобрать. Так. Я перехватываю миг. Да ладно, модерн детрайк. Если
Дадите, пожалуйста, твердыми. Ох, бля, как жестко. У меня там один дом. Жесткое ПВО, не летаем. Без сидов. Опять ты 8 штук въебали борту. Я видел. Отъезжаешь только назад, ебок. Конкурсы заряди в деревню. Вообще-то нормально, половина. ПМП 1Д, можешь чем тебе не подходит, ты ангар МиГ-27 залетает. Я разменяюсь. МиГ-27. А, не, воу. Хорош, хорош, повезло. Там еще подъезжают колоссы сейчас, починим. Сейчас двигаю торы, включаю их. Мои тверды, а у одного 3, у второго 2 хп. Давай. Должно. Хватит, чтоб все. А я подвигаюсь, молодошут с ними. Модерна дошла спокойно. О, я еще вижу ЛСТ в 80-х. Заказываю кошемку для Елены. Как там у тебя рефлекс? А терпимо. Но они не теми юнитами играют вообще. А Т 80-х у них почему-то целая тонна. И... Да, это не совсем надо играть. Модерна. Модерна на модерн. Нет, точнее, модерна на две модерны будет. Он взял. Много не а, то. Хотя там гора перекрывает. Мигнус, помогите, пожалуйста. Сейчас я палечу серию. 10 поинтов нужно. Осы сыпятся. Ты, по-моему, раз берешь ее сам. Модерна против модерна? Ну, он она что-то... лучкованная, понимаешь? На лучковую. Я полетел в серии. Полетел. Хотя там все. Все. Разобран. Отодвигаю модерну. Я потерял серию. Рефлекс говорил, я забыл собственно. My bad. Нужно сюда пехота, чтобы мы заехали. Смотри, был. У меня серия уже минус. Приезжает она с вампиров в бачину тут отхватит. Я перебрасываю туда пиктуру на твой маркер. Разворачиваю конкурс, все тоже там же. Давайте драться, сейчас закрепим Елену, будем драться до Федора. Помогаю с тропой сейчас.
127М. Его нужно перехватить чем-то. Он, скорее всего, летит на... Нечего. Я... Стой. Он летит на... Я не знаю. На модерну. Он летит, да. Нет, потерял засвет. Спецназовки идут по полю пешком. Так, я взял первый сид, я накоплю два сида, и мы сделаем налет, и не будем сливать самолеты по одному парню. Очень зря он так сделал. О, хорош, как боюшка вообще лопнула в борт. А когда вылетаем? Сейчас у меня еще. Сейчас, еще 20 поинтов до второго сида. Так можно будет ехать. Твердый перекрывает. Ну там заходят командосы, могут. Кстати, можно лететь, у меня есть два сида. Ну давай какую-нибудь приманку пустим сначала. У меня есть тут СМК. Стоп, я ушел на ИВАК, давайте СК ординируемся. Нужна приманка какая-нибудь, чтобы они включили все. Ну, да, блин, бомбер любой. Давай еще один ПДФ. Ну что, парни, я готов лететь. Как там? Погнали. Я вам давай. Валь, перенаправь танчик сюда, свой командный. Да. А то у нас уже там три кошемки на этом, на Елене, как там, на Гавасненько. Да, ну что-то на Верочку. А там еще одна осталась. Опа. 27К. Ну давай, стреляй. Осторожно, Валя, командный танчик едет не в ту сторону. Я его остановил. Валя, тут модерный, можешь дать по БТР-90-му? Да, выкатил. Развернул две андавы. Сейчас по рандомлю кошемку на Федоре. Т-90С надо снять. Сейчас Работает Буратос с Дмитрия. Стреляю по нему давами. Убил Т-90. О, точнее, БТР-90. На Т-90 должен засвет еще примерно. Да, засвет. Я подведу енотика где-нибудь, постараюсь его полить. Серия валит твоя. Тут понятно, как он летит, что он хочет. Пушит. По два детальчики. Выпадим, мара, давай.
Пехоты нет. Пехоты в левом. Ты понял. Які напан для нас розкази, сэр? Якийсь подготовки, сэр. Попробуй мне, продолжай за мной, або зайди в строк. Ну как ты не попал в болото? Так, ребят, у меня тут хит-парад топ-танков. МиГ-27, СУ-22, М4. Тор минус. Я куплю на серию. Валя по торам работает, походу, смерть. Есть серия. Маш для меня какие задания? МиГ-27. Еще бомбятся. Загони сюда пехоту, пожалуйста. Я уже там уже подъезжаю. Какие на пан для нас рассказы, сэр? Подсвети, попробуй какой-то топовый танк, рефлекс. У меня серия патрулирует. У меня серия есть. Там ПДшка. Еще что-то летит. Су-24, радарник. Вон Т-80М. Он там стоит, он под прикрытием. ПДшка и вакнулась. Как она поняла, что тут нет никого ПВО у тебя, на центре ноль вообще, ни одного ПВО. Так делать нельзя. Так кто-то будет лететь на Т-80М? Ну да хули, сбили уже ПДшку. Я не полечу, мне просто жалко серию. Она не улетит. То есть я закажу тебе две Нивы на Харитон. Ладно, я полетел серией, но я надеюсь, что-нибудь получится выжить. Давай, живи. Я с борт ему дам. Ну блин, ну... Это фантастика какая-то. Это, ну пропал за свет перед самым вообще. Жесть. Ну так извини, мне мотоциклы не вечны. Ничего страшного. Заказал две те Нивы. Можешь дать мне какие-то задания? Они облепились этими Т-80. Да, обмазали. Ты не достаешь до них там конкурсом? Может, конкурсы попробуешь его тупо не видят. Где-нибудь тут перепозировать. Там, скорее всего, будет видеть. Информация, я думаю, достоверна. Окей. Ретатор ездит вообще. Like a boss.
Да, ну все. Приехали. Ты пробовал их контрбатареить? Да. Да, да, да. Ты, если туда посмотришь, можешь наблюдать, что там есть воронки. Gibt es was für uns, Kommandant? К вам заезд. Где? Yeah. Один скот заехал. На Елену. Сейчас погоди, давай подготовимся и прорашим Феодор. Давай. Да, я сейчас, брат, просто. Я туда до хрена маршрут цена 8 на БТР-80, чтобы доехать туда. А так организуем бомбардировку перед этим. Я залью напалмом вот этот крайний лес. Вот этот лес залью. Не-не, я туда буриты отработаю. А, ну тогда я по вот этой зеленке. А не, там попасть по этим. Есть у меня вижен стабильный, еноди держит ПМ-ку. Проработает буратов по валик там закатываются. Так и могут закатиться. Ладно, погнали зеркальную атаку еще на Федора. Я сейчас залью туда. Все, гол. Нас тут пушит, нас тут сильно пушит. Это зеркальная атака, погнали. Да, но мы сейчас хотя тут есть Мадер. Да, хорошо, да, давай, да, гоу. Да, чувак, ты че? Гоу, гоу, гоу. Да, сейчас только минус ярды, да? Так, ну, они, блин, они прорашат. Понял, они сами себя забайтили. Они отвлекаются на Елену, а мы рашим в то время. Там еще БВХ осталось. Ну чем мы собственно рашим? Чем? У нас тут нет танков, вообще ни одного танка. У нас сейчас выебут в хлам. Там было два трупа. Я говорю, наших танков нету, ноль. Ну, наших нету, потому что у меня танки кончились. Точнее, они все на Елене. А, у рефлекса танчики где? Сраки. Приезжают и умирают. Ну как вы собираетесь пушить без, блядь, танков? Что это за клоунада, парни? Ну, мы немножко знаем, что там, думали, там три танчика, а не шесть. Да не, залупы на воротник, а не пуш. Им это отдавать нельзя вообще никак. Вот это на самом деле вилку надо бы уничтожить по-любому как-нибудь. Она сейчас может натворить до офигища бед. МиГ-27. Вот, блин. Сволочь. Ребята, у кого есть чем вилку забрать? Нечем, но надо по-любому чем-то. О, я уже все.
Ты все? Что ты имеешь в виду? Я уже ее забрал. А, Джекундайн? А, хорошо. Они идут какой-то в псевдо... Пуш тоже. Я не знаю, что с этим уродом делать. Их там уж таких два. У меня як бы окончился на МиГ-24С. Огонь очень. РБ. Мимо. Он не уходит же, да? Уходит. Ребят, ни у кого никаких леталок нету? Не осталось, и это очень... Я вот по серии лететь, чтобы не кроме отдавать. Того, нам же танки. Кроме того, что у меня не осталось танков. Нам нужны конкурсы и танчики. Ну вот подъезжает мой Т-90С, но сейчас будет кстати очень. Я потерял Ниву тут. Он в одном ХП. Кто? Другой Т-90. А у меня еще один есть, о как. Да. Хорош, братан, мне нравится зажал. Твой стиль игры. Мне, кстати, сейчас разбомбят Т-72. Бля! Не разбомбят. Будет прикольно, если бы 5 убьет Т-90С. Это было очень прикольно. Думаешь? Бля, МиГ-27. Да, ты делаешь, это командир и пипец. Ну ничего. Уйди, дорогой. А, не пипец. Ушел. А, нам понадобится командир. Я же говорю, не надо было, блядь, сюда ставить. Я же говорю, надо ставить сюда. Знают же, что... Надо пехотную покупать. Нужно, блядь, услышать. Все, хорош ныть, тихо. Нам сейчас нужно главное выиграть, и все. Осталось чуть-чуть. Помогите мне чуть-чуть с ПВО на Харитоне. Сейчас помогу, куплю тунгуску. Тащи не бой. Да, иди нахуй, блядь, 72, я не прав. Ебать. Пусть подъезжает тут ЛСР в городе. БМК. Упс. Он по ней пап. Попал. Лол. Невероятно просто. Мне подсказывают, что они на Елену с собой не притащили ПВ. Ты можешь, пожалуйста, МиГ-24П убить? Проблема в том, что у меня нету... Нет. То, что у меня нету авиации больше. Я подлетаю туда этим. МиГ-27, лови! Ловлю. Я что могу сделать, братан? Я что? Что могу, то, собственно, делаю. Мей хохла забрал. Ну, примерно вот тут у вас находится. А это, примерно вот там находится. Два БТР-90 подозрительных. Ну они нам радуют командирку сейчас. Я туда работаю андамами. Они нам пушат вообще, эй, парни. Рефлекс, твое присутствие тут меня поражает. Его нету.
Они сейчас... Полностью с тобой согласен. Он сейчас заедет и выебет нам все, потому что... Я сейчас нахуй просто не знаю, что делаю. Я сейчас нахуй лопну от просто паники. Блин. Ну, старопа, давай, не подкачай. Боже, как хорошо, что она тут оказалась. Б5. Он ушел, конечно, да? 15 хп. Можешь ЛСРами или маршрут с нами здесь пошарить, чтобы я там поставил? Давай, я... Пол 7 туда. Су-24М летит. Вижу. РБФ летит. Нам тупо рандомит по дороге. Кошемки, пожалуйста, у вас на Вике, на Тиване. Будьте так любезны. Я вызвал. У меня последний конкурс. Мы закончились. Не вы. От него еще есть. Можно? Да, что? Где-то дымлю. Они только нас уже не пушат, уже там шилки вход пошли, вы замечаете это? Это какая-то яростная... Б5. Дыми эту точку. Я дымлю. Я туда еще и пехоты подброшу. Что мне там уже убили? Ага. Ну, стреляй. Ща я ему этот лес буррито дам. Арбая. Ждем 6 минут. А терпим просто и все. Т-80М. Нечем просто. Не едь беритами, не едь, я туда сейчас буратосом дам. Нет, а вас я вообще даже и не планировал это. Так вышло. Убили цыган, так вышло. Все, дают это буратос. Дыми, еще дыми. Убил. Ты минометами её бахнул? Да. Так, вот тут ты 800М. Какие не пидорасы, это просто пиздец. Вы опять поставили в том же месте, вы что, издеваетесь? Нет, не в том.
Ты крайне вовремя застунил Бурита. Да. Оставатели ебаные. Само собой, но это не отменяет того, что нас очень сильно пушат, и я не понимаю, как так. Наверное, потому что больше танков, чем у нас. Ну да, это, кстати, да, это... Аспект вот очень важный. Тут люди не такие уж и плохие играют. Да. Дыми но... танк. Дымлю танк, только ему сейчас будет, ему сейчас будет ГГшечка. Т-72 мид. Ты бы лучше поставил его на Иван, чтобы нам был плюс один хотя бы. Уведи танк, Валя, отведи его домой. Поставь его на Иван. Гейминг. Ничего. Сказал Иван. Командир. У нас нет смерча. Б5 летит. Почему у нас нет смерча? У нас же есть совок. По Б5 летят. Плюс 4. Господи, как плюс 4? На Григорге, ну ёп. Что это за артонубство? Работаем. Возвращайте кошемки быстро, дотянем две минуты и все. Ага, и, блядь, еще и на этом убили. Плюс 5, давайте еще поиграем. Хули ты ржешь, там кадыш ебаный. Кремки восстанавливаем, да? Я захожу. А, Харитон. Там приюшки вампира откушать. Да, нам тут по-любому танковая дека необходима вообще. Просто воздух. Иди веди ЛСТР, там буха все еще. А у меня кшемка едет. Убери ее куда-нибудь. Убираю. Куда-нибудь. Че там еще моя подъезжает? Пиздец. Выгружай поле. Да, красава. Мы в хоккей, у них все плюс 3, мы сейчас реально пройдем. Мы сейчас. Вот сейчас мы проигрываем точно, потому что он этим вертолетом убивает кашем, блядь. Да, мы проиграли. Мы проиграли. Его не надо. Это стыдно просто, реально. Я считаю, что во всем виноват рефлекс. Пиздим все рефлекса. Он позорная лалка. Он проебал центр. Блять. Иди нахуй, рефлекс. Просто иди нахуй. Ай, блять. Я это видео специально выложу, чтобы все увидели какой-то ущербный. А чё у тебя-то сразу ущербный? Ладно. Да он, блядь.